ныне собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их селы и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну, старик одному, завета грядущего вестник. В мольбах и гаданиях, проведший весь век, и к мудрому старцу подъехал Олег. «Скажи мне, кудесник любимый из богов, что сбудется в жизни со мною? И скоро ли на радость соседей, врагов, могильно засыплюсь землею? Открой мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмешь ты коня. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесной дружен. Грядущие годы таятся во мгле, и вижу твой жребий на светлом челе. Запомни же ныне ты слово мое, воителю слава, отрада. Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда. И волны, и суша покорны тебе, завидуют недруг столь дивной судьбе. И синего моря обманчивый вал в часы роковой непогоды. И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят повелителя годы. Под грозной броней ты не ведаешь ран, незримый правитель могучему дан. Твой конь не боится опасных трудов, и чуя господскую волю, то смирно стоит по стрелами врагов, то мчится по бранному полю. И холод, и сечи ему нипочем, но примешь ты смерть от коня своего.